Приветствую, друзья, подписчики, гости канала. Сегодня выбрался на рыбалочку. Жерлицы поставил. Пытаемся поймать рыбку. Вот, вот. Вот так клюет этот рыб. Хоба. Рикошет. Кто там у нас? Кто там? Оба свалилась в лунки. Ну, ничего страшного. Какая-то мелочь долбит, долбит. По губе что-то очень крупное, крупнее чертика, наверное. Погодка сегодня плюсовая. Вчера дождь шел, минус 2 было. И дождь. Оба. Вот такая у нас здесь природа. Волга течет, еще открытая, не замерзла. Да что ж такое? Что-то очень крупное. Ну давай, 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 давай. Ну. Не. Передумал. Он что-то прям дотрагивается и все. Да что ж такое-то? Коб. Надеюсь, вам видно, как она гнет кивки. Кто там, кто там? За лед зацепился. Давай, 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 давай. О, царь! Царя поймали. Курям пойдет. Ну а где хорошая рыба? Опа. Сегодня хорошо, не намерзает. Не знаю, будет клев. Перемена большая была. С минус 10 до плюс 2. Ладно, пойдем поищем, будет что интересно. Ну, кто там? О, опять царь.
Каждым разом царь все крупнее и крупнее. Ловим на чертика. Вот такой вот чертик. Надеюсь, вам видно. Перепробовал я на все на Волге у нас ловить в Тверской области. На мотыля, на опарыш, разные мормышки. Ну, на мотыля еще весной можно леща половить. А так только чертик. Друзья, вроде нашел окушков. Я попробуем на камеру поймать. Вот он идет, 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 идет. Оп. Вот такой вот окунек. Не сказать, что крупный, но приятненький. Отдай. Нифига себе. На камеру поймали и все, что ли? Дотронулся. Вяло-вяло берет. Ох ты, сошел. Наверное, чуть покрупнее, может, был. Судя по ощущениям. Надо же чертика перевязать. Крючки подтупились. Теле болтаются. Че, окунек? Сейчас поищем крупного. Где-то он должен быть. Для копчения. Все. Нет, опа. Ну, прям на остановке клюет. Он чуть покрупнее, смотрите, друзья. Такой уже поинтересней. О, расперился. Ну, попозируй. Ну, все, не хочет. А берет, я говорю, просто останавливает, не ударчика. Пробовал на балансиры, ноль эмоций. Сам свалился.
посерьезней. Вот такой вот красавчик. Ну, видите, что я говорю, крючочки болтаются. Приходится поправлять. Очень много сходов. Это видели. И это плотвичка. Вполне съедобная. Правда, люблю ловить крупную, а кушать вот именно вот такую. За лед зацепился, убежала. О, царь, куда без царей, расщепенился, как взрослый. Куря, пойдет. Все, что ли? Нет, ну что-то посолиднее. О, какой. Друзья, красавец позирует. О, жерлицы молчат. Добирай. Оба. Плотвичка. Хоп. Наверное, придется перевязывать уже. Чертика. Ну, как сходы начнутся, перевяжем.
окунек взял. Не знаю, может, не видно было поклевочки этой. Друзья, загорелась одна жерлица. Наши окуньки. Посмотрим. Там стоит подлещичек. Может, щучка вышла. Ну, жерлица не мотает. Скорее всего, холостая поклевочка. А, не мотает. Подождем. Уж мелочь сбивает. Ноль эмоций. Давайте посмотрим. Что ждать-то? Не, жеса сбила. На щучку крутится. Сейчас. Накормим ее. У меня жеречек есть пойманный. Глубина небольшая. Отвичка маленькая была. Подлещик. Ладно. Отпустил, потому что наловил. После обеда, ребят, хуже стало брать. И в основном мелочевка. Несъедобная. Крям я уже наловил. Поэтому все нормально, берем. Если мелочевка, отпускаем.
Жерлицы больше не срабатывали. Тишина. Может, еды здесь хватает. Малька очень много. А может, конечно, и не из-за этого. Может, ее здесь нету.